Сегодня есть такое понятие, как хюгге, датское счастье, когда через быт и обычные предметы люди становятся более счастливыми. Как дизайн влияет на счастье в повседневной жизни? Дизайн очень влияет на повседневную жизнь. Ну, наверное, когда дизайнеры работают, они меняют образ жизни не только города, но и людей, которые в нем живут. Меняется среда, меняется архитектура, меняется транспорт, он начинает ездить регулярно, автобусы становятся качественными, уютными, оформление транспорта становится жизнерадостным, депрессия исчезает из жизни граждан, появляются удобные архитектурные решения, лавочки, урны, которыми удобно пользоваться, появляются сервисы, которые облегчают нашу жизнь. Появляются различные продукты, ну как каршеринг, которые также упрощают жизнь и помогают жить. Появляются решения цифровой экономики, которые непосредственно имеют отношение дизайнеры. Этот список огромный, и нам действительно становится жить проще, и не только качество растет, но и зарплаты, и экономические какие-то вопросы решаются проще.